друзья и участники группы «Масштаб», хочу сегодня представить вам обзор одноместного легкого скоростного истребителя Первой мировой войны «Фокер D-7» от фирмы «Роден» в 72-м масштабе. Смотрим на коробке. Сзади указано у нас краска, какую использовать. Схема краски. В коробке мы имеем два пакетика. В одном у нас 4 литника. Давайте посмотрим. На мелких деталях есть облой. Толкатели все внутри. Облой. Так. Недолив, по-моему, небольшой. Так, облой. Толкатели внутри. Далее, следующий литник у нас имеем. Крылья, получается. И тут у нас облой. На мелких деталях облой. Толкатели внутри. Так, а на крыльях тут нету. Дальше. Следующий. Тут неровно так пролито. Облой есть также. Так. Облой. На мелких деталях. Вот на данном литнике тут. На мелких нету, все хорошо. Далее. Я скажу, что данную модель я уже собираю, только в другой расцветке, тоже от этой же фирмы. Скажу, что корпус не стыкуется, щели большие, что двигатель тоже плохо сел на место, пришлось подтачивать, подпиливать. Далее, следующий у нас пакетик, тут у нас декали и инструкция. Так, это у нас декали, еще, и декали, которые на крылья приклеиваются. Их я еще пока не клеил, качество я их вам сказать не могу. Потом в группе смотрите, я буду выкладывать, расскажу. Так, инструкция. Так. Ну, тут представлены модели фирмы «Роден». Тут у нас написано, какие краски используем. Вот и все. Про модель могу сказать, что так как я уже собираю подобную модель, качеством я не очень доволен. Пластик, в принципе, неплохой. Но стыкуемость, конечно, уже шпаклевки требуется очень много. Просто очень. Хотя это очень маленькая модель. Но такая вот трудная, конечно, в сборке она оказалась.
Все, всем спасибо за внимание, ожидайте следующих обзоров.